بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد уважаемые братья сегодня очередной хадис про достоинство Рамазана в котором пророк صلى الله عليه وسلم сказал إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه поистине Всевышний Аллах سبحانه وتعالى сделал для вас пост в месяц Рамазан обязательно. И я делаю стояние в нем, то есть чтение намаза в нем, для вас суннат. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِمَانًا وَإِحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَدْهُ أُمُّهُ. И тот, кто будет поститься в этот месяц и выстаивать в нем все эти молитвы, все эти намазы, уповая на милость Всевышнего Аллаха и с искренним иманом в сердце, то он выйдет из своих грехов, подобно дню, в котором его мать родила его. То есть человек, кто искренне будет поститься и читать намазы в Рамазан. Аллах, субхану ва тааля, наделит его таким прощением и такой милостью, что он очистит его от грехов, и этот человек станет чистым, подобно тому дню, когда он родился младенцем и был абсолютно чист, как белый лист. На нем не было ни одного греха и ни одного проступка.